Дорогие любители бильярда, с вами десант Лиги любителей бильярда в городе Котка, Финляндия. И с нами наш
наш герой, наш шикарный бильярдист и борец Алексей Денисов. Здравствуйте. Ну и мы, соответственно, хотим вам, Алексей, задать несколько вопросов, которые, может быть, будут интересны всем нашим зрителям. Как дорога? Ну, дорога была нормальная, доехали весело. Мы с Андреем вот ехали, с Петуховым, поэтому очень весело проехали. Вы ехали днем или ночью? Ну, мы вечером выезжали, ну и уже в Финляндии были ночью. Понятно. Как, в общем, впечатление регистрации? Вот регистрация только что у нас закончилась, и наши игроки пока, к сожалению, все ожидают своих встреч. Ну, может быть, и к счастью, конечно. Как, в общем, вам понравилась финская организация? Не, организация на уровне. Единственное, да, что не очень похоже на то, что бывает на чемпионатах, да, там, России, мира и так далее, да. Ну, немножко это все смотрится по-другому, необычно. Может быть, из-за столов, может быть, из-за шаров, ну... Складывается такое впечатление, что все-таки да. Но с другой стороны, мы должны им это простить, потому что это все-таки их первый подобный опыт. Ну да, но нет, на самом деле все на уровне, просто очень простенько. И может быть даже в этом есть своя изюминка. Очень интересно. Ну и, конечно, всех нас интересует, на что мы можем рассчитывать, с какой силой мы должны за вас болеть и оказывать вам поддержку. Да мы будем побеждать, а как иначе? Очень нравится ваш боевой настрой. Да, очень. Ну что ж, мы хотим пожелать вам удачи. Большое спасибо за то, что собрались с нами поговорить. И спасибо.